Кизилюрте состоялся открытый турнир по стрельбе из лука. Мероприятие провели в честь начала священного для мусульман месяца Рабиуль-Аваль. За победу боролись более 200 участников. Это жители и выходцы города Кизилюрт и Кизилюртовского района. Кто лучше всех запускал стрелу, знает Хамза Нурмагомедов. 40 команд по 5 человек. Все настроены только на победу. Каждый участник делает по 2 выстрела с 12 метров. Мишень 2D с изображением куропатки. Всего 3 этапа. Вот она! Вот она! На открытие турнира пришли чиновники местной администрации, представители духовенства и общественности. Богословы поздравили участников с наступающим месяцем Рабиуль-Аваль и призвали изучать жизнь Мухаммада, мир ему и благословения. Ведь широко известно, что одним из любимых занятий пророка была как раз-таки стрельба из лука. На самом деле оживление сунны, да и в таком масштабе, это огромное благо. Мы все знаем, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, призывал к стрельбе из лука, к обучению стрельбе из лука. И мы видим, какая польза от этого есть. В финальный этап вышли 10 дружин. В упорной борьбе с минимальным преимуществом победила команда Гадари из одноименного села. Призерам вручили подарки и денежные призы. Это не первое и не последнее взаимодействие молодежных объединений с администрацией города Кизилюрта. Также большое баркало муфтияту, особенно духовенству города Кизилюрта, Кизилюртовского района, той молодежи, которые приняли участие в данном мероприятии и приукрасили его. Турнир провели не только среди взрослых, но и среди детей. На центральном стадионе царил настоящий праздник. Его организовали молодые общественники Кизилюрта и Кизилюртовского района. Их поддержала администрация города. По завершению мероприятия всех участников угостили вкусным обедом. Хамза Нурмагомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Кизилюрт.